Всем привет! Мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Пойдем сейчас по основным заданиям. Поехали. Так, у нас вот как раз за дверью находится почти безголовый Ник. Это у нас персонаж из фильма по Гарри Поттеру. Эй, вы! Да, вы! Не уделите мне минутку внимания. Давай подойдем, поговорим. Вы хотели меня видеть, сэр? Да, сэр Николас де Мимси, Дельфиндор, вашим услугам. Приятно познакомиться с вами. Я знаю о найденном вами книге и о том, что в ней не хватает несколько страниц. Возможно, я смогу вам помочь. Следуйте за мной, здесь недалеко. Ну, пойдем за ним. Погодите. Откуда вы знаете о книге и о том, что в ней не хватает страниц? Среди призраков слухи разлетаются очень быстро. Вас с мистером Сэллоу видели в запретной секции. Не волнуйтесь, я никому не скажу. А он побыстрее может идти? Рискну предположить, что я знаю, у кого эти страницы. Я отведу вас к нему, если по пути вы окажете мне маленькую услугу. А что ему надо? То вверх, то вниз идет, непонятно, что он хочет. Тогда как насчет небольшой услуги в обмен? В этом нет ничего сложного, просто раздобудьте на кухне кусок тухлого ростбифа. Буду крайне признателен. Хорошо. Так, ну здесь я, в принципе, уже все решил. А, мне надо к нему подойти. Что-то он крутится на месте. Странный какой-то мужик. Прошу прощения. Жареное мясо и еще и протухшее. Все верно. Тухлый ростбиф. Если медленно проплыть сквозь него, можно почти ощутить его вкус. Ну, думаю, мне это под силу. Но при чем тут вообще я? Все просто, мой юный друг. Я призрак, и потому не могу его унести. Вот, наконец-то мы хоть быстрее двигаться начали. Подожди, а я тут не был, походу. А теперь будьте добры, возьмите ростбиф, а остальное я объясню вам позже. Так, давай мы сейчас тут посмотрим, что тут вообще есть. Почему-то у меня персонаж очень медленно двигается. Надо вот, я знаю, то, что здесь грушу пощекотать. Пришли. Пощекотите грушу и заходите. Вы сказали пощекотать грушу? Да, на картине. Я подожду здесь. Постарайтесь не путаться под ногами у домовых эльфов. Так, для начала надо вот это открыть. Собираем. Сейчас я здесь в округе еще посмотрю. Вон тут куча всего полезного. Это еще берем. Уровень-то тоже надо качать. Мне кажется, это проход какой-то. Но пока сюда нельзя. Пошли грушу щекотать. Ага, мы попали на кухню, да? А тут рабы трудятся. Ну вот, мясо какое-то лежит. Дружок, тебе топор не маловат? Ага, тут закрыто. Ну-ка, может быть, он знает. Простите, вы не подскажете, где складывают мусор? Идеал как раз собирался выбросить собранное за сегодня. Вот оно там в дальнем углу. Пожалуйста, угощайтесь. А где? Ну, не это же. Ладно, давай, сейчас все обойду сначала. И дали. Вот здесь еще что-то можно собрать. А, вот он. О, ну его нет. Я, наверное, почти у цели. О, ученик, как вот чудесно.
что Финки может вам предложить? Тыквенное печенье, может быть, тосты с сыром? Это женщина, оказывается. Звучит восхитительно, но я здесь за тухлым ростбифом. А, вас послал Ник, не так ли? Прошу, берите. Финки думает, Ник утомился бродить по округе в надежде почувствовать хотя бы малейший намек на вкус пищи. Да, спасибо. Приятно было познакомиться и спасибо за ростбиф. Рада помочь и рада встрече с вами. Передавайте Нику привет от Финки. Не знаю, если, в принципе, этот безголовый Ник давным-давно уже здесь живет, как бы, то почему бы он сам, ну, не мог бы договориться с этими гоблинами, чтобы они ему таскали еду? Давай, вот это собираем. И вот тут еще сундучок лежит. Да вроде все, по идее. А тут у них посуду, да, моют? Смешные они. А чё он даже не дотрагивается щеткой до тарелки? Не, ну слушай, с помощью магии прям намыть на весь Хогвартс посуды и приготовить это много труда. Ладно, все, выходим, короче. Хорошо тут у вас, но мы пойдем. А, вы вернулись. Все прошло гладко? Никаких. Финки шлет привет и тухлый Росби. Рад это слышать. Финки добрый, эльф. Теперь нам нужно отнести это мясо сэру Патрику Дейли под Мору. И вы будете на шаг ближе к тем, что-то там. Ничего не понимаю, сэр Николас, что происходит? Приношу нижайшие извинения. Я забегаю вперед. Сэр Патрик, предводитель охоты безголовых. Это группа призраков без головы, которые собираются для разных мероприятий для безголовых. Безголовые развлечения? Да. Сами увидите. В общем, не знаю, как это вышло, но эти страницы были при жизни у участника охоты, Ричарда Гаркарда. Я планирую предложить тухлый ростбиф сэру Патрику, чтобы он разрешил мне, то есть нам, поучаствовать в охоте и поговорить с Галкрадом каком-то. Ой, давай, да. Что ж, в таком случае я хочу познакомиться с сэром Патриком лично и взглянуть на охоту безголовых. Чудесно, вы не пожалеете. То есть у нас, оказывается, тут не один призрак без головы, а их несколько вообще. То есть у них там целая коммуна какая-то. Но у некоторых фамилии вообще очень сложно произносится, по крайней мере, для меня. Пока их прочитаешь. Галкрад. А у меня кусок поменьше мяса вроде бы. Держитесь за мной. Нам нужен сэр Патрик. Эй, Нестор, смотри, как кто появился. Мы тебе говорили, что почти безголовник. Здравствуйте, сэр Эмсет. Позвольте нам пройти. Мы принесли кое-что. Не бойся, опять станет упрашивать его принять. Ха. Они всегда так с вами разговаривают? Они просто шутят. Когда сэр Патрик решит мне присоединиться к охоте безголовых, я стану одним из них. А этот порядок его задобрит. Не забудьте, зачем я тут. Не волнуйтесь, скоро мы разыщем юного Галкрада и будем... И мы сможем его расспросить. Эх, что угодно отдал бы сейчас за кувшин медовухи или баранью ногу. Без этого и праздник не праздник. Может, у вас устроить нечто иное, Патрик? Сэр Николас. А еще и с ребенком. Кто вас сюда звал? Мы принесли вам дар. Но с кухни я, правда, забирал мясо кусок меньше. Подозрительно это все. Позвольте узнать, что же вам надо. Нам нужно поговорить с Ричардом Галкрадом. Вы позволите, где он? Галкрад, здесь же... Где ему быть? Только без головы, вот досада. Впрочем, вам, Ник, это чувство должно быть незнакомо. Ох, сэр, вы такой шутник. Его голова наверняка где-то поблизости. Возможно, ей сейчас играют.
Жесть какая вообще. А если найдете ее, можете с ним побеседовать и разрешаю. Считайте это благодарностью за ваш зловонный дар. Сэр, я бы хотел обсудить с вами еще кое-что. Нет-нет, сэр Николас. Сколько вам еще повторять? Требования для вступления в наше общество звучат четко. Но, сэр, мы все-таки не охота почти безголовых. Идемте, я вас провожу, вам ведь уже пора. Короче, они... Ну что ж, прощайте. Надеюсь, вам в этой компании повезет больше, чем мне. Странное местечко, у нас тут призраки нюхают тухлое мясо и играют головой в футбол. Так, какой-то мост. Ну, карта есть, но я не знаю это место пока. А мне нужно ниже, да? Слушай, сюда можно, по-моему, как-то попасть, но, видимо, потом. Ладно, это по-любому будет отмечено на карте. Давай-ка мы спустимся и посмотрим вот эти вот два сундука. Сейчас я еще поставлю невидимость. Вот сюда, допустим. Чик. У нас вот здесь сундук с глазом стоит, по-любому. Да, это он. 500 золотых. Нормально. Так, тут поблизости вроде как бы наши полномочия. Все, пошли вниз. Ищем голову, да? А нет, это тыква. Кстати, а вот какой-то мост. Ну-ка, подожди. Коллекции, по-моему, да? Там карту надо смотреть. Нет, не тут. Вот карта. Блин, а какая из них-то? Вот, вот эта карта. А, мост какой-то, но... Тут немножко по-другому он выглядит. Ладно. Это другой мост. Или нет? Проверим, наверное. Примерно так. Примерно тут. Есть сундук. А, давай, короче, пониже спустимся. Причем мне этот сундук, кстати, уже давно видел. Я его помню. Мы сейчас в Хоксмиде, получается, находимся вообще. Да. Да, это Хоксмид. Ладно, пойдем тогда по основному заданию. И снова здравствуйте. Вы могли бы мне помочь? Ах да, вы же юный друг сэра Николаса. Неужели он вас бросил? Вовсе нет, мне нужно поговорить с Ричардом Галкрадом. Сэр Патрик сказал, что его голова где-то здесь. Вполне возможно. Довольно необычно принимать в игру смертного, но если вы действительно хотите поговорить с ним... Почему бы нет? Поговорите с Галкрадом, если сможете найти его голову среди этих тык. Но не один, а целых 5 раз. Старина Дамфи будет перемещать голову в новое место каждый раз, когда вы ее найдете. Таковы правила. Но что скажете? Ну, получается, мне надо голову призрака искать среди тык. Если после этого я смогу поговорить с Галкрадом, то договорились. Чудесно. Правда, у смертного с палочкой есть преимущество над нами призраками, так что не стесняйтесь, взрывайте сколько душе угодно. Запомните, вам нужно найти его 5 раз, чтобы закончить игру. А, то есть тыквы можно разрушать, да, если я правильно понимаю?
уже, по всей видимости, придется перепрятать, как скажете. А я что, уже первый раз? Да, я один раз уже нашел, оказывается. Ну, просто... А, они заново появляются. Ну, тут просто наобум, наверное, надо будет. Найдется, так найдется. Тут надо причем это делать очень быстро, походу. Чтобы они не успели заново появиться. Ну-ка, давай с другой стороны попробуем. Нету? Пока не нашел. О. Вот. Второй раз нашел. Может, наверху, правда, где-нибудь? Так, по идее, тыквы должны шевелиться. Вот это. Да. А тыквы, которые шевелятся, мы их разбиваем. Тихо, где-то тут. Где-то шелест был. Вот она. Да. Слушать надо просто. Тихо, вот. С правой стороны где он? Ну давай, пошевелись. Вот он. Все. Готово. Неплохо для живого человека. Ну хорошо, говорите, что вам нужно от Галкрада. Вы заслужили это право. Он на одного ученика похож. Неплохо, но я не понимаю, в чем дело. Ты ведь участник охоты безголовых. Ты ведь не участник охоты безголовых. Нет, просто сэр Николас сказал, что ты можешь знать, где искать страницы. Мерлинова борода. Я знаю, о чем ты говоришь. Я стащил их у Пивза. Как же я мог о них забыть? Карта, изображенная на этих страницах, привела меня к гибели. В той пещере меня ждало то, к чему я оказался не готов. Скорее всего, страница до сих пор гниет рядом с моими останками. Вот он действительно последний путь. А ты лишился головы из-за тех страниц? А мне придется отправиться в пещеру и обыскать твой труп? Да, наверное, ты думаешь, что обезглавленный призрак уже привык к слову «труп». Предлагаю встретиться на опушке запретного леса, и я покажу тебе, куда идти. Как тебе такая идея? Слушай, ну получается, он, возможно, даже меня отведет к тому мосту, который на карте изображен. Да, поехали. Мне очень нужны те страницы, так что встретимся там. Спасибо. Не беспокойся, сперва мне нужно воссоединиться со своим телом, но в этом мне поможет Дамфри. Встретимся на опушке леса. Как скажете. Куда идти? Ну почти 18 уровень. Так, а что, какие-то задания будут? Так, мы сейчас в Оксмите, да? Надо подождать, наверное, чтобы задания выдали. Да, тут ни побочек пока, ничего нету. Ладно, тогда стоим тупим. Вот. Встретись с Галкрадом. Это далековато до него бежать, ну ладно. Сейчас посмотрим, может быть, где-то подсрезать можно будет. Хотя подожди. В любом уже есть быстрый переход. Он у нас
Хогвартс, что ли? Ну-ка, подожди, дружок. Карта мира, да? У меня там еще не открыто ничего. Но мы можем сюда переместиться. Давай так. То 400 метров пилить что-то, как такое себе удовольствие. Так, за запретным лесом. Это не тот мост? Нет, там было три пролета у моста. Значит, что это такое? Ладно, пойдем через него. Сейчас заодно грибочков настрижем. Здорово, Илюх. Тут рядом пауки какие-то, да, по-любому. Что такое? А, это бронебойные куры, короче, я понял. Да, отлично, в отпуск скоро. Бам. Нихера я жабе присунул. А что с нее вылетело? Какой-то пиявочный сок. Язык топиройки. Топиройка, охренеть. Что это такое еще? Еще сок пиявочный. Давай пособираем. По-любому он пригодится. Не сейчас, так чуть попозже. А вот там вот наверху еще что-то есть. Давай просто заглянем туда. Когда Atomic Heart? Да, в скором времени, по идее, вот сейчас в отпуск выйду, да, можно будет запускать. На следующей неделе, я думаю. Бам. А! Тихо. А ты сам-то его еще не прошел? Помочил пауку. Тихо, еще есть. Тихо. Оп, чуть было не было. Это что такое? Мужика поймали, смотри-ка. А как мне его даже не освободить? Угу. Прикольная мумия. Печалька, жалко, что я не могу никак ему помочь. Так, а что ты возьми, скачай на торрент тогда и все, не парься. Есть как бы сайты, там продают за 400 рублей. В офлайн полобать в стиме можно. И он Хогвартс тоже за 4 сотки взял. Как бы сайт хороший, все работает. Вот деревянный сундук. Почему ему ничего не нет? Ну, он тоже бронебойный. Некоторые вещи тут реально не разбить просто. Типа бронебойные бабки там разные. Где-то еще тут паук шарохается. Давай-ка мы, наверное, попробуем это дело поджечь. Ну-ка. Чик. Мне кажется, если ты тут все подожжешь, то, по идее, пауки не должны появляться больше на этом месте. Давай попробуем паутину, все спали. Смотрим, что будет. Так, и последнее вот тут. Не достаю. Может, тут прямо в эту штуку надо запустить? Нет.
Опять не знаю. Мужика повесили, но мне не достать до него. Подожди, а давай вот этого подожжу. Освободили. Твою мать. Древняя магия. Ваншот, детка. Короче, вот в чем дело, да? Вот как их надо спасать. Он не бандюга или случайно? Стоит, тупит. Но еще типа два паука есть. Мне дали левел, но этот какой-то типа задание вроде как побочное, это не закончил. Вот он уходит. Там еще один висит, но мне его не достать. Может быть, огненное заклинание надо помощнее. Тут вот прям передо мной должны ползать два паука, но их нет. Вот. А почему я только что его не видел? Так. Куда делся-то? Ой, как удобненько, да? Вот так вжух и все. И телепорт. А здесь кокон. Ну тут, наверное, уже покойник. Не знаю. Странно. Где пауки, не знаю. Пауки, проклятые пауки. Ну, до этого чела мне определенно не достать. Ладно, не знаю, может быть, заклинание, правда, помощнее надо. Типа вот залезть сюда, на корень дерева. Не достать. Ну-ка, подожди, атака. Не знаю. Пауков нету. А эта штука висит. Ладно, все, пошли, короче, по основному заданию. Может, потом научат этому как-то пользоваться. Вот таких активностей будет очень много по карте. Карта тоже сама по себе большая, так что... Это явно не первое и не последнее гнездо. Пауков. Чик. Ну-ка, оп-оп-оп, залезай. Ну-ка, оленя можно подстрелить? О, там что-то есть. Чик. Деньжат немного, соточку взял. Тоже неплохо. Александра Ракитина, привет. Привет. А ты не играл в Хогвартс? Там вон пауки тусуются. Я пока кроме пауков и гоблинов вообще ничего не встречал. О. Галкард. Ну вот, я пришел, как и обещал. Здрасте. Надо ближе, да? Давай. А вот мы снова встретились, Ричард Галкард. Пожалуй, мне не стоит удивляться, что ты здесь. Настоящий гриффиндорец в поисках приключений посреди запретного леса. Красиво сказано. Итак, куда идти дальше? Следуй за мной. Я провожу тебя насколько смогу, однако же боюсь, что мне малость не по себе возвращаться в место своей кончины. Смотри в оба, чтобы не пропустить купальню для птиц. Когда найдешь ее, скажи «Интрамурос». Это на латыни, а может и на греческом. Кто его разберет? Как несложно догадаться, я был не самым прилежным учеником. Идем? Ну так пошли, чё-то. А есть еще какие-нибудь ориентиры, кроме купальни для птиц? Конечно, даже несколько каменный мост, водопад, и, если не ошибаюсь, озеро. Увидишь. Подожди. В гадалки не ходи, тут какая-то нычка должна быть.
пока призрак меня ждет, лучше по это посмотреть. Тихо. Все. Быканул необоснованно. Пойдем, мужик. Тут если задание берешь, то все, хана, как бы, не шагу в сторону. Идем только так. Что он там говорил? Пауки ходят, собаки какие-то. А, ну да, знаешь, чем ближе мы подходим, тем больше я вспоминаю. Пожалуй, будет лучше, если дальше ты пойдешь сам. Просто продолжайте дальше, гляди в оба, чтобы не пропустить ту купальню для птиц. Один. Интересно, это на латыни или на греческом? Без понятия. Ладно, пойдем воевать с пауками. Тут, в принципе, по правой или по левой стороне попадешь, неважно. Их тут везде хватает. Врагов более высокого уровня будет труднее победить. Тихо. Аккуратно себе ведем. Если противник в невесомости находится, пока ты им жонглируешь, у него урон дополнительный идет. А чё ты его не подкинул? О. Ладно, мы сейчас, короче, шкалу синюю набьем. И потом ему бахнем этот, древней магией. А чё он его не поднимает? А, он тяжелый, он поэтому его поднять сверху не может. Чуть было не было, кстати. Да я его так замочу, пока у меня шкала это наберется. Так, ну минус паук точно. Давай-ка мы тут все пособираем. Там еще кто-то плюется у меня. Ну, на мелкого я даже не буду расходовать эту магию древнюю. Нет смысла. Так. Вот здесь у нас опять этот треугольник горит. Давай его спалим. Это помогает? Или нет? Вот я прям на этом треугольнике стою, но что-то ничего не происходит. О! Грибы для лечилок. Это хорошо. А то я в прошлый раз на них полтинник потратил. Там посередине пещера, надо будет в нее сейчас спускаться. Давай мы вот это дело тоже спалим. Дальше. Почему ты вот здесь находишься, но все равно треугольник от этого, ну, тут даже жечь нечего. И людей каких-то не висит. Ну-ка вот так вот, на шару просто. Тоже не то. Давай с другой стороны обойдем. Сразу уж всех замочить тут, наверное, да? Так и сделаем. Ну-ка. А где все? Они наверху, на горе, вот на этой, с правой стороны. Ладно, грибков хоть пособираем. Сколько тут этих знаков предупреждения, прям. Типа вот самый настоящий. Так. Ну давай сюда, да, зайдем. Вот как-то тут как. Ничего не понимаю, я же здесь был. Давай по пунктиру прям пойдем. Что-то они меня за нос водят. Треугольник вообще пропал этот.
Это что-то странное, правда. Есть треугольник, раз он пропадает, уже нет треугольника. На что ориентироваться-то? Вот это кто? Иди сюда. Иди сюда. Что за штуки-то? Да что это за хомяки такие? Жилка. Мужского пола причем. А это? Это женская. Забавные сикарахи. Че тут? Можно что-нибудь собрать? Кроме грибов я тут ничего не вижу. Ладно. Ты выше. Че, меня снова обратно ведут? Да нет, слушай. Это место кажется таким торжественным. И гордый олень у озера. По-моему, единственный олень у озера это я тут. Не, смотри-ка, вон какая-то пещера есть. Они как-то странно, правда, ведут. О, вот это можно поджечь. Да ладно, нет? Гробница Галкрада. Надо понять, как в нее попасть. Это случайно не та штука с семенами? Типа здесь семян подсыпать, там что-то подсыпаешь и вроде что-то получается. Прошептать пароль. А? Интрамурос. Тихо. Ну да. Они далеко. Короче, они ругаются, то что я к ним забрался. Так. Я чуть не отъехал, подождите, ребят. Почему он... Почему лечилку-то он не пьет? Я раз 8 нажал, он хоть бы к этой бутылке притронулся, что ли. Давай еще раз. Хотя, по идее, надо просто по щам не получать, вот и все. Потому что ближайшие лечилки, я не знаю, когда я получу... Ну, получу возможность сделать их полноценно. По идее, я сейчас только на стадии обучения их. Все, тут брать нечего, да? Грибы только. Давай. Сейчас как гоблины наругаются. Блин, я его только в захват взял. Ай, я думал, кстати... Да. А я думал, они сами по себе большие. А они становятся большие, когда атакуют тебя. Иди-ка сюда. Мне стол помешал его атаковать. Ну все, нормально. Сейчас мы их раскидаем. Сейчас я ему щит снесу. Вот так. Даже никаких что-то предметов не дали, чтобы полупить его. А, исцелиться у нас другая кнопка, оказывается. Я эту кнопку жал. Но неделю не играл, надо думать. Да все, вроде с них ничего такого-то и не выпало. Ладно, пошли внутрь. Чик. Дубленый плащ мне дали. В
Можно, в принципе, сейчас зайти в гробницу, да, одеться. Тут еще какие-то у меня шмотки есть. Все смотрели, по-моему, фильм, да, как его? Затерянный мир, когда под землю попали. А там вообще другая цивилизация. Так. Ну, пожалуйста. Уже лучше. Только давай мы что-нибудь. Постоянно время занимает, чтобы... Переключается, короче, одежда. Подожди, я что, хуже очки одел? Да нет. Ай, не знаю. Вроде все, больше ничего такого не подбирал. А, точно, у меня же были вещи, которые на пару уровней лучше, чем есть у меня. Но я их не мог одеть. Все остальное потом продадим. А, да все, все, что? Дальше пошли. Интересно, насколько большое это место? Ну да, не похоже, что это какая-то прям пещера тут. Ну это пещера. Тут прям какая-то это, я не знаю. Головоломка, да? Ну или что-то в этом роде. И мы сейчас вон там окажемся. Наверное, руны как-то открывают эту дверь. Наверное. Это раз. Я могу зажечь этот символ, но он быстро гаснет. Все. Не очень-то головоломка. Ничего себе, похоже, именно сюда мне и надо. Ну, кто бы сомневался, ты видишь вот там внизу, если еще какие-то двери похожие на эту, тебе туда и надо. Похоже, кто-то очень не любил случайных гостей. Ну вон они, случайные гости уже ждут меня на стенках. А где он? А, вот. Ну, тут их прилично. Ай, тихо. У меня перезарядка еще. Я же ему заливесил его. Подожди, он где-то тут. Либо он пока залезал в землю, подох. Что-то я не понимаю. Ну ладно. Так, можно, нужно точнее идти вниз. Но тут у нас куча товарищей сидит. Это же они? Да. Вот, иди-ка сюда. Тут прям засилье зла. А есть чем? О! Бам! Да ладно, чё её? Чё их так много?
Странно, я в него бочкой швырнул, а ему как-то особо не прилетело. Знаете, ящика. Вот так. Пауки, по-моему, самое безобидное, что тут есть вообще. Я тут еще как-то удачно с волками дрался. На скалу залез, они меня достать не могут. Я их прострелял просто всю шайку. Тут гоблины могут по жопе настучать. Но не так, чтобы очень. Ну, поначалу вообще как бы боевка немножко непонятна, и ты проигрываешь, но потом уже как плюс-минус осваиваешься, уже попроще становится, начинаешь раскидывать всех. Так, и с какой мы целью дрались тут? Понятно. За очки. Можно было туда и не идти, ну ладно. Как заставить эту платформу двигаться? Так, вот так. Но зачем мне это делать? Не знаю, может быть, мне и сюда надо, но... Бадьян, кстати. Это тоже для лечилок. Сюжетно там мне туда надо. Пугает меня. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself. А зачем мне сюда, интересно, нужен? Подожди. Допустим. И теперь эту платформу мы притягиваем. А так, раз. А, мне этого достаточно. А, ну просто, короче, такой мини-секрет, как бы. Ничего особенного. Перчаточки какие-то нашел. Я думал, просто меня как бы сейчас вообще в другую ветку утащат. Все в порядке. Ну такая плюс-минус коридорная же игра. Особенно, по крайней мере, если ты проходишь какие-то подземелья, миссии. Сзади, да? Падла. Готов. Чё там? Снова эти три штуки. Очередная головоломка. Но если галка ты ее решил, то и я смогу. Но тут их только две. Значит, должна быть где-то третья. Или двух достаточно? Нет, недостаточно. Следующий символ спрятан где-то здесь. А, давай Ревелио подсветим. Угу. А вон он, третий. Бам, бам. Все. Вот это вот прям чем-то на God of War похоже. Там мы тоже три символа же по трем рунам топором стреляешь. Это там открывалось, закрывалось.
Я тут какой-то подставы вечно жду. Но что-то бежишь, никого. Особо никто не нападает. Ну там 3-5 пауков, я думаю, это небольшая проблема. Чё он сидя не может палкой махать? Ревелия. Подожди-ка. Пока их тут слишком много не стало, лучше их это, размочить, да? Не туда, вниз надо спускаться потихоньку. Опять ход какой-то. Да, давай залезем. Немного шмоток нам тоже не повредит. Хотя, по идее, вот эти вот вещи не обязательно совсем собирать, можно достаточно через миссию, ну да, через миссию этим заниматься, а то и через две, и у тебя всегда будут нормальные вещи. Хорошо, что Галкат не упал туда. Но мне же вот сюда надо идти, правильно? Все, я понял. Что так, ты все равно попадаешь вот сюда. Ну давай. Старичок, ну что ты каши мало ел? О, все ближе. Держи. Да не то, вот это. Чик. Ну, будем надеяться, что я не допрыгнул. Он в полете за сердце схватился, у него, видимо, остановка сердца произошла. Повторите. Надо еще ближе, значит, притягивать. Скорее всего, до упора. Ну, еще. Не то. Вот это тянет. Ну, теперь-то он ж точно допрыгнет. А типа я могу вообще куда угодно, что ли, на этой штуке? Да, слушай. Только я не знаю, нужно ли мне сюда. Ну, сундучок вижу. Покуха. Что за драка? Давай аккуратненько так пройдем. Ой, ребята все повылуплялись тут. Все? Все вылезли? Мелкие. А нет, это уже и побольше какие-то. Но они стреляют. Иди сюда поближе. Ну да, и вся драка, короче. Так, с какой целью мы дрались, чтобы получить бесполезный плащ? Понятно. Не, ну слушай, по логике вещей, тогда давай мы по бокам тоже сейчас вот налево от этой платформы не пойдем. Вот туда мы не пойдем. Мне вот сюда надо. Как-то она более логически верной кажется. Ладно.
Это их много тут. Подожди, он же тут только что подох. Где-то другой. Не знаю, тут зеленые и желтые пауки. Не густо. Все вроде. Что-то у нас вот тут, вот тут грибы. Надо было, правда, их не покупать, деньги не тратить. Ладно, кто же знал. Казалось бы, Галкард заинтересуется сокровищами, но поблизости его нет. Да он вряд ли, да, за сокровищами-то пошел. Нетронутый сундук. Как-то невнимательно Галкард обыскивал эту пещеру. Так он, может быть, уже тут в этот момент, может быть, он уже помер давно. Снова ходов несколько. Звук странный. Ты шо? Что значит ты шо? А мне может быть туда? Там где-то книжки. Вообще я вот здесь гляну с краю, что тут творится вообще. А, нет, слушай, мне туда и не надо было. Вот немного странно. Ты вроде идешь по коридору, потом раз, в этого коридора три развилки появляются. Потом хлоп, еще две, а потом раз и обратно в одну соединяются. Так, можно не потеряться. Это, наверное, для исследований больше сделано. Не вижу смысла пока что тут исследовать что-то. Все равно, кроме шмоток, тебе ничего такого не дадут. Подождите паука, пока он готовится к атаке. О, ни хрена мне под жопу как треснули. Ну, быстрей. Сомневаюсь, что он готовился к атаке. В общем, я пока дуэльные уловки не буду применять. А то тут можно отъехать. Все-таки они постарше меня по уровню будут. Прям рылом, как пингвин. А где у меня жизнь? Кстати, давай подожди. Да, бля. Ну давай, ты нападать будешь? Ну, вот так. А почему не засчитали? Подожгите плевуна. А, это был не плевун, да? Это кто? Шипастый бегун. Бегун, плевун, они прям как эти. Как Белоснежки из Семь гномов. Засоня, там Чихун, Чесун. Даже не вижу смысла тратить хилку. Здоровье и так поднимется. Ревелио. Какие-то растения, что это такое? Сладкая мальва.
Тут, наверное, ингредиенты вообще нет смысла покупать, потому что ты это все в ходе миссии и так найдешь. Кстати, там треть, одна из рун, вон там наверху. Вот вторая. А вон и третья. Сейчас надо так, на перспективу правильно как-то встать, чтобы все три этих точки зацепить можно было. Без голового скелета пока не видно, но раз уж я здесь, можно посмотреть, что тут три. Нужно поискать символ, да? Понятно, что символ. Ну-ка, достану. По идее, бы надо вот отсюда начинать. Да, она его не видит. Может, чуть ближе. О! Ты, быстрей. Да, получилось. Просто, ну, непонятно, сколько у тебя время, чтобы все три зажечь. Походу, достаточно. Наверное, останки Галкрада и нужные мне страницы совсем рядом. Не исключено. Красиво у них тут. А мы сейчас вот с этими, да, со всеми будем ребятами драться. Мы снова встретились, Ричард Галкрад. Спасибо, что сколько времени, что-то там. Подожди-ка. Здорово, Вальф. Вон еще монетки. Давай-ка мы, наверное, сейчас по углам пройдемся, все пособираем, а потом уже будем катсцену запускать и драться. Со всякими. Ну, гадалки, не ходи, надо будет их всех тут перебить. Сколько? По три стороны с каждой. Ну, по три рыцаря с каждой стороны, да? Раз, два, три. Того шесть, и тут девять штук. Не, ну, в принципе, если они все сразу на меня не полезут, то вполне можно сдюжить, я думаю. Все, меня дальше не пускает. Чалька. Вот символ этот древней магии. Короче, немного деньжат и какой-то бесполезный шарф дали. Вот этот пацан, который без головы мне задание давал. А вот и карта, которая привела тебя, Галкард, к погибели. Там дальше есть что-то еще? Ой, надо выходить, сейчас драка будет. Тебе осталось 800 гигабайт на жестком диске. Ну, так это замечательно. Я понимаю, если бы 10. Короче, они все сразу со мной дерутся. Почти. Я сейчас отъеду. Ну, давай вот так. Топор прям над ухом у меня пролетел. Надо прям внимательно смотреть. Чем лупим всех потихонечку, да? О! Так даже покрасивее будет выглядеть. Иди сюда, поближе. Вот так. И нас осталось еще трое. Давайте. Вот это, наверное, самый злой посередине. Да, я его не могу даже притянуть никак. Что ж, ожидаемо.
Я его только немного дернуть как-то могу к себе, но это не шибко на него влияет. Ладно, сейчас потихоньку разберем его. Ну, несложно, враги. Че там? По телевизору сказали, что эквайринга не будет. Я вот тоже не знаю, что такое эквайринг. Что такое эквайринг? Давай вот этого так мы грохнем. А от этого поколотим чуть-чуть. Бесполезные эти заклинания на этих мужиков. Куда интересно, они что-нибудь помощнее дадут. Ну прям чтобы мотать как следует. А то так зубочистками этими долго ковырять их. А насчет Dead Space ремейка, я жду локализации. То есть у нас собрали деньги. Его будут озвучивать, локализацию делать. Сегодня смотрел просто какой-то ролик на ютубе. 37 человек будут озвучивать. Ну, работать над озвучкой и другими всякими звуками по Dead Space. Так что я подожду, пока его сделают прям хорошо и озвучат. И потом можно будет полобать, пройди. К тому же у них еще вроде как в планах, ну, пока они только интересуются, у них в планах сделать ремейк второй и третьей части. Ну, это, в принципе, было ожидаемо. Будет и текст, и озвучка полная. Ну и текст, и озвучка полная. Where am I? Где я, говорит. Поэтому лучше с Dead Space пока не торопиться, никуда он не убежит. О нет, это что, потоп? Беги к двери, идиот. Откуда у меня такая защита? Что это за магия? Прикольно. Надеюсь, эта магия будет защищать меня, пока я не выберусь отсюда. А мне сюда надо или куда? Так вот, зачем на английском? Я вот решил подождать. Хотя, в принципе, можно и сейчас уже русификатор накатить. Я... Да, вчера я, короче, интересовался. Русификатор уже есть. Правда, для версии что-то игры 1.05, по-моему. Не знаю, какая там есть продажа. Ну, в смысле, не знаю, какая версия. Даже не стал разбираться. Я подожду немножко. По-моему, если не ошибаюсь, они собираются русскую полную локализацию выкатить вроде в начале лета. А так и без того игры у нас... Фух. Сейчас вот Хогвартс, потом Atomic, потом Resident 4, потом Fatal Frame. Короче, игр будет еще полно, как бы их выходить. Будет чем заняться. Поговорите с портретом. Это вы. Кто-то наконец нашел на наш зал конференции, пришел. Ой, вы же были в омуте памяти, вы профессор Реквием. Верно, должен признаться, я удивлен. Вы так молоды. Мне столько же, сколько было вам с Исидорой и Моркаган. О, вы еще и внимательны. Полагаю, у вас такой же дар, как и у нас. Видеть следы древней магии? Да, сэр. Как вы уже, наверное, поняли, наш дар обеспечивает уникальную связь со всеми формами магии.
Нам, немногим из волшебников, доступны редкостные проявления магии. Вам могут предоставиться возможности развить этот редкий талант. Не упустите их. Хорошо, профессор. Благодарю вас. Тогда нам с вами многое нужно обсудить. Но сперва, вас ведь привела сюда карта, найденная в некой книге. Поставьте эту книгу на пьедестал. У меня есть... нет с собой книги, сэр. Досадно. Тогда придется отложить разговор. Возвращайтесь с книгой, и мы продолжим. Зашибись. Утром деньги, вечером в стуле, да? Я принесу книгу сюда. Ладно. Хорошо, я сейчас же отправлюсь за книгой. Договорились, когда верните книгу, продолжим разговор. А я думал, как-то будут мне этот, как развивать сюжетно. Это задание. Ваша связь с древней магией открывает таланты плюс один. При каждом новом уровне вы будете получать одно очко таланта. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете использовать в соответствующем меню в вашем руководстве. Ну что ж, это понятно. Вы можете зарабатывать очки, начиная с уровня 5. Ничего, что у меня 18. Их можно тратить по самому усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличивать боевую мощь, улучшать скрытность. Улучшать скрытность и многое другое. Используйте их с умом, так как какие-то очки талантов можно потратить только один раз. Поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Ну, окей. Ну-ка, давай, таланты. Это что? Экспеллиармус. Оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги. Проклятые враги получают повышенный урон. Авада Кедавра, 22 левел нужен. Кстати, это запрещенные заклинания. Круцо, Авада Кедавра и Империя. Да, вот эти вот. Это запрещенные. Скрытность, ключевые. Ну давай так. Вот это что у нас? Остолбеней. Ладно, пока мы ничего, наверное. Слушай, вот это прикольно. Возьмем одну штучку. После каждой брошенной китайской жующей капусты появляется еще одна, которую можно бросить, не потратив ресурсы. Зелье Дурус дает вам неуязвимость, отражает летящие в вас снаряды обратно в сторону врагов. Ну, не знаю, не факт, что я буду этой штукой пользоваться. Снижает способность врагов обнаружить вас. Заманчиво, но не знаю, нужно ли это прямо сейчас. Можно бегать, смотри-ка. Ключевые. Вот это что, допустим? При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. Угу. Двойной удар получается, слушай. Еще один комплект заклинаний. Но у меня, в принципе, не так уж и много этих заклинаний. Вот я о чем. Я даже могу два... Ну, в смысле, три комплекта собрать. И их потом туда-сюда перекручивать, короче, как неудобно. Не знаю, тут надо подумать вообще, что из этого прям пригодится действительно. При нанесении урона одной из проклятых целей наносится урон всем проклятым целям. Это что-то на площадь, да, походу?
Ну давай и вот Экспеллиармуса возьмем. Что делать? Это закрыто. Ладно, потом как-нибудь что-то купим. Очки пока оставим. Вот, пожалуй, мы это делаем и сейчас вот сюда и поставим. Попробуем, как действует. А этот я, по идее, уже прокачал. Ладно, глянем. Покиньте зал. В общем, один уровень тебе дают, за один уровень тебе дают одно очко талантов. В принципе, если у тебя там 70-й где-нибудь левел, то запросто можешь все прокачать. Мне удалось найти страницы из картографии. Зачем мне книга? Как зачем? Кстати, в этом зале я уже был. Я сейчас в Хогвартсе появлюсь. Гадалки не ходи. Угу, я тут был. Только тут закрыто было. Интересно, когда вернется профессор Фиг, я ведь обещал ему не забрасывать учебу, пока его не будет. Но мне столько всего нужно успеть, пока он не вернулся с книгой. А, книга у этого чувака, да? У Фига. Экспеллиармус. Что-то как-то слабенько ваш Экспеллиармус работает. Я думал, сейчас какой-нибудь там, я не знаю, атомная война начнется, если ты бахнешь Экспеллиармус. Тут что-то как-то не шибко. Вы должны выучить Депульса. Так. Давай тогда. В общем, по кругу сейчас пройдемся сразу. Все, что можно, поставим. Плохо. Тоже не очень. Что такое? Неизвестный предмет для спины. Превосходный. Я его не могу одеть. Так, тут все. Инвентарь. Древние страницы. Ну, коллекции, таланты, это ладно. Задание «Призрак нашей любви». Давай, короче, мы на карте сейчас посмотрим, что можно поблизости сделать. Тут у нас ничего. Я поторопился и нажал перемещение. Придется протонуться в нужное мне крыло. Кстати, в замке ночь. Это что такое вообще? Секретная комната. Не то. Основное задание вот тут. Побочек. Странно, но побочек нет. Вот тут у нас побочка. Пойдем по основному все равно.
Сейчас одно или два задания основных выполню, чтобы сразу потом побочками заняться, по-быстрому их сделать. Быстрее откроется все. О, мы сейчас на метлах будем летать. Здрасте. Ждем. Ну, берите метлу и начнем урок. Сейчас посмотрим, насколько удобно тут на метле летать. Мистер Клоптон, не отвлекайтесь, пожалуйста. Простите, мадам Кагава. В наших рядах сегодня пополнение. Познакомьтесь. Здравствуйте, здрасте. Цель сегодняшнего урока — напомнить вам, что маневры на метле не должны приводить к печальным последствиям. Метла — это в первую очередь средство передвижения. Как раз об этом некоторые любят забывать. На моих уроках вы не будете учиться пикированию, бочкам и мертвым петлям. Более того, подобные маневры запрещены. Давайте оставим их профессиональным командам, вроде какой-то там. Понимаю, вы не их поклонник. А теперь давайте посмотрим, сколько времени вы уделяли тренировкам на каникулах. На всякий случай напомню, вам нужно встать рядом с метлой, четко и твердо сказать «вверх», а затем усесться на метлу верхом. Ок. Сейчас сделаем. Thank you. Спасибо, говорит. Теперь ваша очередь. Вверх, ты дурацкая школьная развалюха. Перекиньте одну ногу, чтобы с обеих сторон метлы было по одной ноге, без глупости и боком не сидеть, как в дамском седле. Не то вас первым порывом ветра вынесет. Ну, короче, снесет. Если услышите мой свисток, когда будете в воздухе, сразу же приземляйтесь. Есть. Хорошо. А теперь задание первого урока. Пролететь через каждое кольцо во дворе. Только будьте осторожны, эти метлы собственной школы. Извините их в целостности и сохранности. Сейчас по-любому будем на перегонки кататься. Отлично. Вижу, вы уже привыкли к своей метле. Посмотрим, как вы справитесь с более сложным заданием. Приступим. Гонки на метлах, как же без них-то? Что делать? Следующей группой колец отмечен более сложный маршрут. Удерживайте, чтобы двигаться быстрее и начать полет вперед. А, ну ускорение, короче. Но не сложнее, чем самолетом в GTA 5 управлять. Нормально пока. Хорошо, идем. Ай-яй-яй. Так, надо подальше отлететь. Местные жители подводного мира что-то любят иногда там кого-то поймать, видимо. Все равно немножко путаться начинаешь. Вверх, вниз, о. Погоди. Сейчас будем на перегонки кататься. По-любому. Я смотрел, как ты летаешь сквозь кольца. По-моему, у тебя неплохо получается, даже на чахто-школьной метле. Мне показалось, ты готов к чему-то более сложному.
Но я забегаю вперед. Мы толком не познакомились. Меня зовут Эверетт Клэптон. Подозревая ученика Гриффиндора вроде тебя, могут заинтересовать приключения высоко в воздухе, я прав? Да, давай. От такого сложного сложно отказаться. Что ты задумал? Небольшую экскурсию, так сказать. За мной. Но это еще не на скорость, по-моему. Начинаем экскурсию, не отставай. А где этот? А, вот он. То вверх, то вниз. Мужик, ты определись. Этот носит во все стороны. Так, я наклонись вперед, это поможет что-то там. Типа пикирование, короче. А вот и знаменитый мост, только подумай, сколько магии его сдержит. Погляди на него. А там советник. Здоровенный, правда? Сразу и советы, и экскурсия по Хогвартсу. Отличная прогулка, Эверетт. Ну что, у меня есть энергия метлы. А где он? Блин, он куда учесал? Ну, он туда. Приземлиться надо во двор. Это со всего размаху. Вот. И я на месте. Не знаю, немножко непривычно. Так-так, где же вы двое были? Ну, здравствуйте, профессор. А мы тут решили немного потренироваться. За нарушение моих указаний каждый из вас будет лишен призовых очков. Мистер Клэптон, я разочарована. Вы вынуждены посещать мои занятия, потому что до сих пор не умеете уважительно относиться ни к своей метле, ни даже к себе самому. Но, профессор, довольно. На сегодня урок окончен. Что же касается вас, в будущем постарайтесь думать о последствиях, прежде чем принимать решение. Ну, не вешайте нас. Летали вы весьма недурно. Все-таки похвалили меня. Жалко, что Кагава нас поймала, но согласись, эти виды того стоили. Я ни о чем не жалею. Ради такой экскурсии можно и пожертвовать очками. Ты отлично управляешься с метлой. Будь у тебя метла получше, тебе бы удалось два счета обставить Имельду. На уроках Кагава она лучше. Я бы тоже показал себя, если бы у меня была своя метла. Ненавижу возвращать школьную после урока. Значит, нужно купить метлу. Если можешь, купи. Жаль, что я не могу. Обязательно сходи к Алби и Уиксу в Круголетку. Это в Хоксмиде. Ему часто нужны что-то там. Буду ждать, когда ты пронесешься мимо. В общем, пойдем сейчас в город. Пойдем сейчас в Хоксмид. Возьмем метлу, продадим лишние вещи. И там заодно есть побочное задание. Да, так и сделал. Хоксмид. Чик. Где тут у вас метлу-то продают? Здесь палки. Вот это что? Клюв и хохолок. Нет. Вот она. Мне сюда надо. Сейчас в какой-нибудь магазин зайти быстренько. Вещи лишние продать, денег будет побольше. Хотя, в принципе, тут... Ну, не знаю. Какой-то жесткой нехватки денег, по-моему, нет. Давай что-нибудь. Это магазин?
discreet place near there. Revelio. Так. Ой. Ну да, у меня же этой штуки нету. Lumos. О. Ну не очень-то узнаваемая штучка. Может тут где-то? Вот мне бы ревелио, чтоб побольше, ну, далеко бы показывало, было бы вообще ништяк. На вещички-то пора продавать. Где-то тут стрекоза. Или это не это дерево? Подожди. Ну-ка еще раз. Так, вот какой-то заборчик разломанный тут. Какой-то ящик торчит. Не знаю, не очень понятно, где это искать. Ближайшее я вот тут что-то вижу. Так, ну... Нет, это не оно. Revelio. Ну, я вижу сундук. Он с глазом, да? Да. Так, тогда... Я стрекозу-то эту искать. Ревелио. Может где-то вот с этой стороны? Чуть-чуть дальше. Страницу вижу. Иди сюда. Но она по-любому должна быть где-то стрекоза рядом. Не знаю. Ладно. Я ж забыл вообще, зачем пришел сюда. Так, давай мы вещи продаем, а то у меня места нету. Надевать же мне ничего, да? Нет, какое-то есть снаряжение. Это что такое? Берем. А, мы уже у этого мужика палки покупали. Блин, а я у него, наверное, и продать-то ничего не могу. Он типа одноразовый, мужчина. Ну пошли тогда, не знаю, куда-нибудь. Хулиганы, что ли? Так, ладно.
Не пустят меня сюда. Вот это. Вот тут точно можно будет подать. Так, давай, дружище, купить. У меня, получается, какие-то вещи были, которые мне подходили. Ну ладно. Наберем еще. I hope to see you again. Farewell for now. А у него побочка есть. Давай, наверное, возьмем побочку. Гулять так гулять. Здравствуйте, мистер Пиппин. Вам нужно доставить товары? Да-да, нужно. Нужно. Думаю, вам не составит труда посетить Пинбридж. Это к югу от Хогвартса. Что за товары нужно доставить? Патимала Ванг заказала партию зелья невидимости. Обычно я доставляю зелье сам, но в последнее время она каждый раз затевает ссору. И вечно жалуется на качество товара. Но какое вот тут качество, если она заказывает зелья так часто, что я не успеваю их варить? Если возьмете на себя эту нервную задачу, то сможете забрать себе плату за доставку. Ну, давай. Вы не представляете, как я его благодарен. Вот зелье невидимости, которое она заказала. Надеюсь, она не доставит вам неприятности. Конечно, она тоже весьма талантлива в зельеварении. Я даже не отказался заглянуть на ее книгу рецептов. Ага. Это, короче говоря, нам такой легкий намек, что у нее можно рецепт дополнительный купить. А как далеко она находится? Карта мира. Угу. Но ближайшее это вот только тут. Сейчас переместимся. Тут пробежаться, по идее, не очень далеко надо будет. Заодно еще быстрое перемещение откроем. Сейчас попробуем, нигде не застревая. 900 метров, охренеть. Сейчас попробуем, нигде не застревая, прям на пролом ломануть. Топать прилично. Ну, хотя, в принципе, это явно не ведьмак, знаешь, там, где по скеллиге этим островам носиться, там точно оглохнуть можно. По-быстрому пробежим. Да, но карта открывается. Понечку. Ну-ка. Что-то зеленое, да, по-моему, надо тут использовать. Ага. Просто разбить эти три горшка. Или пять. Чего? Ничего не происходит. А. Это все или нет? Подожди, давай в округе еще посмотрим. Тоже не все.
looks intriguing. Любопытное место, согласен, что оно любопытное. Так а что тут еще надо делать? Кроме как разбить эти горшки, я ничего такого-то и не увидел. Может, он еще где-то есть? О. Кстати, вот испытание Мерлина, когда проходишь, у тебя повышается количество перетаскиваемых вещей. Ок. Так, все, пошли на побочку. Ты вроде хочешь ни на что не отвлекаться. Мужик, в колпаке, прикрой, за мной собаки бегут. Все, уже никто не бежит. Давай, 400 метров. Ну-ка. Продадим. Че он лежит ничейный? По-моему, я тут не был. А как сюда забраться-то? Ага. Я понял. Замок. Кто-то по дороге, а? Пауки. О, еще один. Шпилярмус, кстати, долго откатывается, по-моему. Или мне кажется. 19-й. Окей. Не, вполне, чтобы тут купить все заклинания, вполне хватит. Просто проходи разные побочки и открывай всякую хрень там вот эту, которая по дороге попадается. За сундуки там вот этот. Тут же за всякий, за каждый чих дают этот опыт. Зелье сварил, на тебе опыта. Эй, ну, вот. Покачаться можно по полной программе вполне. До конца игры точно можно купить, если захотеть все эти, как его, все заглянуть. Seems a pleasant enough little place. Так, нам нужно бабку, да, найти? Отдать ей какие-то зелья. Вот тут еще полно активностей. Ладно, давай сначала бабку, потом все остальное. Здрасте. Мадам Лаванг, у меня посылка из лавки зелий Джея Пепина. Ба, теперь он поручает свою работу детям. Он что угодно сделает, лишь бы самому не утруждаться. Может, вы еще и зелье за него теперь варите? А впрочем, какая разница, вы наверняка справитесь с этим лучше, чем он. Да, что тут болтать? На зелье я пошел. Вот зелье. Не все так просто. Я знаю, что Пипин вечно пытается надуть покупателей. И на все готов, лишь бы лишнюю пару-тройку галеонов скупить. Вы ни кната от меня не получите, пока не докажете что-то там. Видите? Я как барыга не должен употреблять свое дерьмо. Это несложно, хорошо. Вот и славно. А я уже, да, должен при ней, короче, пахнуть. Ну да. Все, довольно? Кажется, сработало. Что ж, не поспорь.
Если на зелье вправду высокий спрос, может вам пересмотреть свой подход к работе, скажем, предлагать свои умения и рецепты? А, ни за что. Это бездельник пришел на готовенько, в то время как и другие вынуждены трудиться, не покладая рук. Я не собираюсь делиться с ним плодами своего упорного труда. Если его дело прогорит, сам виноват. Ладно? Хорошо, я сообщу мистеру Пипину, что его зелья доставлены. Прекрасно. Ну, давай посмотрим, что у нее за товары. Вдруг какие-то рецепты у нее забавные. Короче, я свои шмотки заодно повторю сейчас. Вот это что такое? Ничего у нее нету, а этот мне сказал, можно у нее тут всякое покупать. Где-то ж тут. Вот, давай мы быстрое перемещение откроем. Тут очень много активности в этом городке. Пик. И почти 2000 километров можно чесать. А что тут можно сделать? Что-то можно сделать? Не знаю, я не вижу. Ой, да и хрен с ним. Шли, короче, назад к этому Пипину. Где тут Хоксмит? Чем больше фаст-тревелов, тем быстрее можно делать побочные задания. Можно потом просто без остановки поставаться и делать побочки. Взял квест, послушал диалог, раз портанулся на другую часть карты. Все, и готово. А это еще одна, да, побочка? Ну, тут побочки, скорее всего, такие. Ну, вот. Одноклеточные. Типа, принеси зелье. Но какие-то учат именно вот замки открывать, еще что-то. Здрасте. Зелье доставлено. Очень хорошо. Надеюсь, она не доставила вам неприятностей. Ну, не будем, да, и жаловаться. Никаких трудностей, мужик. Говорить не о чем. Мне удалось все уладить. Рад это слышать. Еще раз благодарю за помощь. Спасибо. С вами приятно иметь дело, мистер Пипин. Взаимно. Вам удалось сладить с этой ведьмой, а это стоит каждого кната, потраченного. Удачи вам, зельеварение. Берегите себя. Хорошо. Он мне шапку дал. Так, давай по основному квесту уже пройдемся. Хогвартс. Это что у нас? Кстати, давай вот так вот, наверное, лучше выберем. Летные испытания. По такие задания нас будут учить новыми заклинаниями. Вот это вот выручай комнату уже можно сделать. Давай, наверное, мы вот отсюда пойдем. Хитроумные ключи, это позже откроется, летное испытание. Ладно, давай, в общем, депульса. Это, по-моему... Будет замораживать это заклинание. Раздобудьте фокусирующее зелье, испытайте его в деле. Раздобудьте зелье Максимой и Эдурос и одновременно испытайте в деле. Подожди-ка. Ладно, как раз я вот возле мужика недалеко.
Сейчас мы у него возьмем тогда и Дурос, и фокусирующие. Денег все равно полно. Фокусирующие берем. И Эдурус. Вот так. По идее, должно прокатить. Так, вот это что у нас? Фокусирующее. Ну-ка, давай, стрекаем его. Спик. И Эдурус. Где он тут? О, у меня их уже два. Прикольный. Зелье Максима и Эдурус и одновременно испытайте их в деле. А, тихо, Максимка нужен. Где это? Эдурус. Где Максим это? Вот. Быстрее надо. Не кончился Эдурус. А все, хана, Эдурус кончился. Ладно. Так, давай, зелье Максима. Бам. И Эдурус. Все. Посетите занятия по зельеварению в течение дня. Теперь меня пустят на эту побочку. Так. Давай искать, где она находится-то вообще. Хер вы с ним, сейчас добежим. Сейчас зельями определимся и, короче, потом пойдем насчет выручай комнаты. Я хоть верно-то иду. Угу. А где здесь дверь? Ладно, еще ниже. Вообще можно было протонуться. Класс зельеварения, у меня там все равно фаст-тревел открыт. Ладно. Тут недалеко. Я так боюсь профессора Шарпа что-то там. Но он на трудовика похож. Да новый вид алкоголя. Хоть бы девушке кто помог. И чё, и чё? Мне к столу надо подойти. Ну, давай. Профессор, ваши задачи сделаны. Хорошо, думаю, вы готовы стоить освоить депульса. Покажите, на что способны. Ну, давай. Оп. Получилось? Разблокировано новое заклинание. У вас получилось. Если захотите потренироваться, пожалуйста, только не расшвыривайте одноклассников по коридорам. Хорошо. Но лучше поупражняйтесь где-то там. Давай ваши депульса там где-нибудь поставим. Отталкивает многие типы объектов и врагов с довольно значительной силой. Ну, то есть одно притягивает, второе отталкивает. Что ж. Ну, в принципе, два зелья и... Это недорого. Все, да? Больше ничего делать не надо? Ой, как удобненько. Так.
Ну, давай сразу же задания кинут. Выручай комнату, вот мы сюда пойдем. Отслеживай. Астрономическое крыло, оно тут что ли? Блин, ну тут каша вообще. Да, ну тут, слушай. Просто в своей выручай комнате, как бы в ней можно будет уже самостоятельно варить зелья, лечилки. Я вот к чему. Встретитесь с профессором Уизли. Да запросто. Профессор Уизли. Дальше. Подальше от посторонних глаз. Да вон она возле стенки. Вот, да, вот за этой стенкой она. Простите, меня задержал директор. И... Мерлинова борода, я гляжу, вы зря времени не теряли. Прекрасно. Идем? После вас, профессор. Что, у него походон какой-то странный? Я, кажется, знаю, где она палочку хранит. С таким поход, с такой походкой. Здесь надо порядок, да, будет навести? Что это за место? Это выручай комната. Она появляется только, когда очень кому-то нужна. Обычно ученики случайно находят эту комнату. Впрочем, удается это немногим. Я собиралась рассказать, как ее найти. Нужно пройти мимо той части стены. Думаю о том, что вам очень нужно. Но вам удалось самостоятельно отыскать комнату. Давайте я расскажу вам о ней, пока я здесь. Ну и где же Дек? Возможно быть куда-то, что-то там. Кто такой Дек? Тот домашний эльф, с которым я говорила в классе в ваш первый учебный день. Он мог бы рассказать вам, как использовать комнату. Тут кладовка какая-то. Ну нет, лезть через все это я не собираюсь. И это отличный повод научить вас заклятию исчезновения, Эванеско. Давайте. Используйте Эванеско, чтобы заставить предметы, например, эти стулья или прочие вещи в комнате исчезнуть. Сперва отработайте движение палочкой, затем уберите эти стулья. Да как скажешь, старушка. А, ладно, поехали, Чик. Сюда. Готово. Кстати, такого цвета у меня еще не было, за этих заглядь. Отлично, теперь надо ловить Иванеско на эти стулья. Сейчас сделаем. Чик, и все. Прекрасная работа. Смотрите, у вас появился лунный камень. Позже расскажу вам, для чего он нужен. А пока давайте продолжим. Лунный камень. Это синие кристаллы, что ли? Во имя Мерлина. Где этот эльф? Я? Неужели это... Боже мой, мой старый школьный портфель. А я столько искал его. Не могу поверить, что это все время он был здесь. Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой. Ну, тут все сразу нельзя прочитать. Что она говорила вообще? Исследуйте выручай комнату. Ну, она какая-то очень огромная. А, его отодвинуть надо.
Притягиванием. Так, ну мне сначала вот это лучше поменяем. Оно пока точно другое не нужно там с первым. Ну зачем я его двигал? Не может чтобы туда побраться. Человек, но паук. Мантия, вы чё, но... А, ну да, другое заклятие. Заклинание. Заклятие. Надеюсь, ничего не обвалится. По-моему, я по кругу хожу. Не, ну она как бы забавная, но что мне тут надо еще сделать, чтобы мы продолжили? Угу. Я только сейчас обратил внимание на карту. Мне надо по ней идти. Это просто прямой коридор. Как здесь можно пройти хоть кто-то крупнее домового эльфа? Ну он же пролезает, все в порядке. Чё? Неужели это был золотой снич? Снич-то куда-то улетел. Кто сам-то ржет-то тут? Так. Давай мы тогда вот это дело отодвигаем. Вот так. Потиснется? Ну, давай. Нет, надо ближе. А как мне туда попасть? Притянуть вот этот ящик. Ну да, он бы еще влез по-хорошему. Не знаю. Он как-то повернулся и все, и не дает пройти. Все, я могу выйти? Стой, можно как-то через текстуры тут подхитрить. Неизвестный наряд. Но есть быстрое перемещение. Ой, это мой будет личный эльф. Растительность у него шикарная просто. На голове. Эй, осторожней. А вот и вы. Минутку, Дек сейчас к вам спустится. Здравствуйте. А, Дек, мы тебя искали. Дек просит прощения, профессор Уизли. Он смотрел, что нового появилось в комнате с прошлого раза. Так это и есть тот самый ученик? Именно. Для Дека честь познакомиться с вами. Я подружилась с Деком еще на втором курсе. Мы вместе нашли эту комнату. Я рассказала ему о вас. Мы считаем, что эта комната поможет вам в учебе, как помогла в свое время мне. Дек, будь добр. Конечно, профессор Уизли. В рабочей комнате всегда найдется то, что нужно ищущему.
Ее местонахождение скрыто, поэтому ее нет ни на одной карте. Обычно ее находят случайно, и удается это немногим. Дек видел, как ученики, которым был нужен пустой флакон для зелий, находили в комнате целые горы флаконов. Вы, кажется, бывали в ней, когда она была комнатой спрятанных вещей. Да, мне нужно было место для посторонних глаз, ничего себе. Это все объясняет. Мне нужно место, где я могу наверстать учебу, где меня не будут отвлекать. Что ж, тогда именно этим вас, комната вас и обеспечит. А теперь сосредоточьтесь на том, что вам необходимо. Просто закройте глаза. Представьте себе комнату такой, какой вы хотите ее видеть. Остальное она сделает за вас. Немножко волшебства, да, сейчас будет. Сейчас все поломал. Кстати, да, а вдруг он видит этот мир в хаосе? А куда все с чемоданы-то улетели? Наверх просто? Вижу, вы уже обеспечили себе простор для творчества. Мне очень любопытно, как вы распорядились. Похоже, в комнате появился стол определения. Превосходно. Он позволяет определить свойства незнакомых предметов одежды. Согласитесь, полезно знать, на что способна вещь, которую вы надеваете. А вот мне почему шмотки-то тут только что давали со знаками вопроса. Вы разблокировали стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любое скрытое магическое свойство неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. Хорошо. Давай. Идентифицируем. Надо подождать, да? Вы найдете много предметов одежды, свойства которых нужно будет определить, так что стол вам очень пригодится. Согласен. Здесь еще что-нибудь? Мне надо к бабке подойти. Не, ну давай, коль так уж, давай, мы открыли же снаряжение. Вот тут вот у нас два каких-то. Вот это. А вот это получше будет. Что это такое? Выжигание. Повышает урон, наносимый с помощью чар инцендия. Ишь ты. Так, ну и все. Не, еще какое-то снаряжение есть. О. Ну, от этого ни жарко, ни холодно. Так, надо переодеваться, а то что-то как-то я уже... Выгляжу как попало что-то. Где мой камзол? А. Все тут у нас ничего такого нету больше. Ну ладно. Так. Письма какие-то. Мне нужна помощь с доставкой, я решил обратиться к вам. Если захотите подзаработать, зайдите в лавку. Ага. То есть он еще дополнительно будет мне какие-то давать такие же подобные задания на заработок. Семечки. Талант. Ой, ладно. Давай по заданию. На, бабуля, просвещай. Кажется, стол определения весьма полезный предмет. Отлично, надеюсь, вы будете им пользоваться. А сейчас я преподам вам короткий урок колдовства. В комнате может не быть всего, что вам требуется. Колдовство? Да, искусство создавать предметы с помощью чар. Я вас обучу. По-моему, я этот какой, я стол. Стол для зельеварения какой-то покупал или получал когда-то.
Готово. Отлично. Для того, чтобы создавать более сложные предметы, вам понадобится магический рецепт. Магические рецепты совсем как обычные рецепты. Они содержат список ингредиентов, ресурсов для создания того или иного предмета. Вы ведь приобрели в фолиантах и свитках магические рецепты, с помощью которых можно создать стол для зельеварения. Они у меня есть. Где мне достать нужные ресурсы? Ресурсы, например, лунный камень, можно отыскать по всему Нагорью, но куда безопаснее, проще их купить. А еще их можно получить, заставляя исчезать предметы в выручай комнате. Избавившись от стульев, вы наверняка получили достаточно ресурсов. Понятно, а можно получить потраченные на предмет ресурсы, если заставить его исчезнуть? Да, можно. Вы весьма понятливы. Почему бы не попробовать? Создайте стенд для зельеварения и стол для горшков. За такими же столами вы работаете на уроках, занимаясь волшебными растениями и изготавливая зелья. Вот только отсюда мы научимся делать лечилки. Вот именно с этой точки. Наколдуйте стол для горшков. А где он наколдовать? Ой, не то. Я мы тут наколдуем. Так, это зелье, да? А мне нужен стол. В общем, у нас Sims начинается какой-то. Письменный. Подожди, мне же надо для зельеварения. Вот. Маленький наукообразный стенд для зельеварения. А есть большой? Но не все маленькие. Да, готический какой-нибудь. Посмотрим. Как-то его можно подвинуть. А, вот. Все, пусть тут стоит, короче. Стенд есть. Это что, травология? С маленьким горшком. Это... Подожди. Один маленький горшок. А надо больше горшков. Все закрыто к чертям собачьим. Ладно. Пойдет. Вот это что, средство содержания. Стол определения, но у меня он уже такой есть. Блин, он там что-то говорит, я не понимаю. Я занимаюсь вообще другим. Полка с черепом и свечами, зачем? Ну, это все, наверное. Ладно, пока мы ничего больше ставить не будем. Для прикола повесить где-нибудь. А, это должно на пол ставиться. Простите. Все, что надо, я, в принципе, сделал. Декс может ответить на все ваши вопросы, не пренебрегайте его знаниями. Хорошо. Если мне что-то будет нужно, я обращусь к Деку. Спасибо. Ну, удачи. Я побуду здесь еще немного. Вдруг вы захотите выучить еще какое-нибудь трансфигурационное заклинание.
Меня больше интересует насчет того, что... Давай-ка мы бадьян посадим. И здесь... Так, у меня было, по-моему, 5 штук, да? Все. Давай-ка еще одну сделаем. По-моему, максимально 25 лечилок можно с собой носить. Так, окей, уже проще. Говори с профессором, ну давай. Я готов к следующему уроку, профессор. Что ж, сперва следует найти лунные камни. Вы можете получить их, заставив исчезнуть предметы в ручей комнате или собрать их, но с осторожностью за пределами Хогвартса. А куда? Возвращайтесь ко мне, когда у вас их будет достаточно, и мы начнем урок. А куда у меня их так сотни этих? Профессор, у меня лунный камень, который вы велели достать. Хорошо, теперь можно начинать урок. Вы можете создавать чарами не только столы для зельеварения и травологии. Колдовство можно использовать, чтобы украсить это место по вашему усмотрению. Почему бы вам не потренироваться на стенах и где-то там? Наколдуйте предметы украшения стен и украшения пола. Начинается. Ну давай, ковры. Короче, рандомно мы их, походу, накидаем. Ну, потому что сейчас вот этим вот... Я реально как будто в Sims играю. Так, и на стены, да, что-то? Картина, да, почему бы нет? Чик. Давай где-нибудь еще такого мужика повесим. О. И вот сюда куда-нибудь. Так что по центру. Все. Все, бабка от меня отстала. Профессор, мне удалось создать все, что было можно. Думаю, вы готовы приступить к изучению изменения. Изменяющее заклинание позволяет скорректировать любой предмет, созданный. Можете изменять цвета, узоры и стили своей мебели на свой вкус. На любой. А, на свой вкус. Итак, начнем. Сейчас я продемонстрирую, как использовать изменяющее заклинание. То есть, если ты какую-то картину купил, как бы случайно, то этим заклинанием ты можешь внешний вид ее изменить, ну и так далее. Не знаю, зачем вообще это в игру включили, как бы, ну так, для прикола, если нечего, нечем заняться, можно посидеть. Можно посидеть и комнату свою поделать. Прикола, а где картины? Что там в стиле объекта? А, вот это заклинание. О. Размер есть. Теперь стиль.
и цвет. А как цвет поменять? Давай тогда вот мы у этого цвет поменяем. Вот, изменить цвет. Все. Бабка отстанет. Изменяющее заклинание можно использовать для, даже для того, чтобы изменить планировку комнаты. Попробуйте создать новое оформление для пола или балкона. Измените балкон и пол в комнате. Какой балкон? А, вот этот. Прикольно. Профессор Уизли сказал, что мне следует спросить тебя про изменение внешнего вида комнаты. Разумеется, какой интерьер вам будет приятнее более всего? Да, так, давай. Мне бы хотелось, чтобы комната была снова словно озарена лунным светом. Отличная идея. Короче, просто на свой вкус и цвет ты можешь полностью, как реально, как в Симсах, всю комнату переделать. Но я пока не хочу этим заниматься. Совсем другое дело. Конечно, если вас не устроит такой вариант, попросите Дека сделать как было. Ну вот, теперь вы кое-что знаете об изменяющем заклинании. Спасибо, профессор. В этой комнате слово можно столько всего устроить. Это верно. Сколько бы я сюда ни возвращалась, она не перестает меня удивлять. Мне главное в этой вручай комнате, что было важно, чтобы я научился делать зелья для лечения. Все остальное, как бы, это ладно. Ну вот еще эти определяющие... Определяющий стол. А то вещи же попадаются с вопросами. Что это такое? Комната шире стала. Теперь здесь еще больше места. Как это вышло? В комнате появляется все, что вам нужно. Видимо, она поняла, что вам нужно больше места для отработки заклинаний. Чтобы обустроить здесь все по своему вкусу, вам пригодятся магические рецепты. Ищите их повсюду, они встречаются не только в Хогвартсе. Спасибо, профессор, буду смотреть в оба. Хорошо, тогда я вас оставлю. Это место теперь ваше. Используйте его с умом. А есть быстрое перемещение-то? Наверное, это так работает. Как отсюда выйти? Вот оно, быстрое перемещение. И вот сюда заходим. Что ж. Сейчас пойдем на основное другое задание. Подожди. Задание. Опять профессор Шарп. Дефиндо. Испытать грозовой напиток на нескольких врагах. Он также попросил протестировать делись. Ну давай. Раздобудьте зелье невидимости, испытайте его в деле грозовой напиток против врагов. У меня ни одного нет. Я понял. Я даже знаю, куда идти. Так, Хоксмит. Я не знаю, этот мужик ночью работает или нет. Давай посмотрим. Короче, нужен грозовой напиток и нужен этот какой. Как он? Что-то еще нужно. Зелье невидимости и грозовой напиток. Your
Ну, мужик неизменно в любое время года тут находится. Так, зелье невидимости. И грозовой напиток стоит. Чё так дорого? Ой, ладно. Hope to see you again. Farewell for now. Против врагов. А где мне этих врагов-то искать теперь? Просто на шару, что ли, идти? Ладно, надо куда-то в лес чесать. Там искать, с кем подраться. Подожди. Давай тогда куда-нибудь телепортируемся. Бы мне. Вроде там были враги какие-то. It's like a place right out of a storybook. Сразу в лес забуриваемся. А вот и враги. Иди-ка сюда. Так, грозовой напиток. Он? Он. Подожди, а чё-то не... Короче, врагов будет лупить молниями, да? Да? Да, пока не кончилось зелье. Так, давай теперь невидимость. Всё. Ищем еще. Ищем, ищем. Где враги-то? Вот с насыщенностью мира насчет врагов что-то как-то тут не густо вообще. Вон они. Кто-то один стоит. Бедная волчара. Короче, пошли к профессору Шарпу. Вот и все. Сейчас тут выкруживать, пока тут всех замочишь. Хоксмит, да? Ой, нет, не Хоксмит мне нужен. Хогвартс. А где он? Поближе. Странно, я почему-то... Почему я не могу переместиться? Что-то странное. Хогвартс. Ну...
странно, я почему-то не могу перемещаться быстро. Я не знаю, может быть потому что ночь? Да нет, хотя вряд ли. Может, я слишком далеко? Да. Бе. А, наверное, потому что я в драке. Да, я походу во время драки был тут, и поэтому... Да, теперь все работает. Надо не во время боя телепортами заниматься. Логично. Чё-то дороговато зелье, обошлись 1500. Ах, наверняка можно было и так приготовить. Подешевле. Что надо? Все задания выполнены, профессор. Так, надеюсь, вы положили максимум стараний. Ведь, как я слышал, герой не ищет легких путей. Все сделано в лучшем виде. Да, сэр, разумеется. Хорошо, в другом ситуации меня бы это не волновало, но вы, я должен убедиться, что вы подготовлены. Сочетание таланта и усердия — редкий дар. Не хочется, чтобы он пропал впустую. Спасибо, профессор. Только не зазнавайтесь. Ну, давайте посмотрим, как у вас пойдут дела с Дефиндо. Достаньте палочку. Сосредоточьтесь, если вы отвлекаетесь, там что-то. Ладно. Давай, оп, оп. 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 И сюда. Короче, это на атаку. Заклинание. Очень хорошо. Похоже, вы освоили Дефиндо. Упражняйтесь здесь. Ну давай. Куда бы его? Угу. Короче, оно как рассекающее идет. Правда, долго откатывается. Но сильно лупит. Если его раскачать, можно будет неплохо убить врагов. А чё там? Давай, пошли на основное задание. В тенях крипты. Вероятно, смогу найти Себастьяна на его обычном месте, рядом с кабинетом защиты от тёмных искусств. Да, давай. Кстати, он где-то тут неподалеку. Тут достаточно один раз просто по Хогвартсу пробежаться, все точки перемещения быстрого открытия, будет ништяк. Да, на ПК прохожу, привет. Кстати, надо бы тоже как-нибудь в Архам Сити полобать. Давно все руки чешутся. Я тут две части прошел. Ну, как бы я и до этого в Архам Сити проходил. Архам Найт проходил вот прям. Еще бы, наверное, надо будет разок как-нибудь это сделать. Что за Себастьян? А, рыжий, да? Сюда. Бывает такое, что иногда вот подлагивает.
Действительно, хорошо, что мое сообщение для тебя достигло. Мне нужно кое-что показать. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за твой поступок. Конечно, Пеграм пыталась меня наказать, но я имею выкручиваться из подобных ситуаций. А ты взял вину на себя. Это дорогого стоит. Да, но кое-что не хватает, и я не уверен, что нам стоит обсуждать это здесь. Я согласен, давай продолжим наш разговор в крипте. О ней никто не знает, даже преподаватели. Попробую тогда что-нибудь в настройках поменьше сделать. Но у меня, если только бывает, иногда вот чуть-чуть небольшой фриз, когда на метле летал вот сейчас. Типа большой, ну, много объектов надо когда прогружать. И иногда, когда ты с задания выходишь, и там вот этот весь Хогвартс, пока он там прогрузит комнатки, вот иногда бывает, подлагивает, но не часто. Так, рыжий, давай, веди меня в секретную комнату. Надеюсь, он ко мне сейчас не будет там приставать. Крипта, ну давай. Кстати, я видел эти часы. Я думал, это загадка какая-то. А рыжий что со мной не пошел? Как ты нашел это место? Мой друг Оминис Мракс. Он назвал это место. Здесь мы когда-то играли в Плю Камни с моей сестрой Анной. Она обожала эту проклятую игру. Я бы все отдал, лишь бы ее еще разок с ней поиграть. Предупреждаю, я поклялся Минису, что буду хранить это место в тайне, так что прошу, пусть это останется между нами. Он очень закрытый, но мне доверяет со дня нашего знакомства. Не хотелось бы потерять его доверие. Мы ходили сюда почти каждый день, и нас ни разу не поймали. А что тут такого в этой комнате необычного? Это кладовка-то и все. Ну давай к нему подойдем, может быть, он что интересное скажет. По-моему, мы с Аминисом виделись на уроках зельеварения или травологии. Я заметил, что палочка помогает ему ориентироваться в замке. Да, только я не представляю, каким образом. У Аминиса врожденная слепота, и ни одно заклинание не способно его... Ну, его палочка, кажется, обладает собственным разумом. Впрочем, меня это не удивляет. Ливандер всегда повторяет. Она не могла... Они тараторят. Чё там, ему кто-то из родных рассказал. Я никогда не слышал о ней, ни одного другого. Здесь больше никого не видел. И ты никому не говорил, что было здесь, особенно Аминису. Он не питает теплых чувств к членам своей семьи с их секретами. Но это место ему по-настоящему дорого. Хорошо, но почему Аминис не питает теплых чувств к своей семье? Его родственники со стороны отца прямые потомки Салазара Слизерина, одного из четырех чего-то там. Они одержимы чистой той крови, но во всяком случае большинство из них. Аминис их не выносит и не скрывает. В общем, крипта идеально подходит для того, чтобы спрятаться от посторонних глаз и даже попрактиковаться в запрещенных заклинаниях. Бля, начинаешь какие-то канделаки трещать просто. Правда, каких, например? Можно попробовать взрывающее заклинание. Преподаватели считают, что оно не для учеников. Окей. Хорошее магическое образование должно включать все виды магии. Я полностью согласен. Такие заклинания, как Конфринга, опасны для... только для неумелых волшебников. Не нужно ничего запрещать, надо просто что-то там. Честно говоря, я предпочитаю магию, связанную с огнем. Но тебе стоит освоить его и научить тебя здесь, это будет безопасно. Мы же тут на шухере сидим, и эта комната как бы очень секретная. Не торопись, что там? Повторяй за мной движение палочкой, само заклинание Конфринго. Хорошо. Это тоже красного цвета заклинание, кстати. Ну, быстрей. У тебя получается, попробуешь его в деле? Давай.
Это же оно. А нет, это бомбарда какая-то. Вот она, конфринга. Ну, давай жахнем куда-нибудь. Прикольно. Взрывающее заклятие конфринга вызывает взрыв. Определенные таланты могут изменить способ его воздействия на ваших врагов. Оба эти заклинания полезны по-своему, но конфринга дотягивается дальше, чем какое-то там. Можно по такому, кстати, лупить. Когда с пауками дерешься. Чик, ну да, да. Дотягивается вполне далеко. Отлично. Встретись с Себастьяном. А что тут с ним встречаться? Он стоит в двух рогах. Надо признать, мне понравилось. Мы с Аминисом себе брови опалили, когда только начали учить заклинание конфринга. Хотелось бы мне на это посмотреть. Я думал, нам никогда про это забыть не дадут. Но в этом заклинании до сих пор есть нечто притягательное. Взрыв и правда накаляет обстановку. Я понимаю, почему вы остались без бровей. Ты привыкнешь. А мы с Анной и Аминисом часами тренировались здесь. Эта крипта была нашим убежищем. Давненько я не приходил сюда без Анны. Здесь совсем по-другому. Очень жаль твою сестру. Хотелось бы мне чем-то помочь. А может поедешь со мной, когда я в следующий раз отправлюсь в Пелфкрофт? Познакомимся там с кем-то там. А вот у него, да, Себастьян Сэллоу. Он из Слизерина, кстати, и у него сестра что-то болеет. Он постоянно об этом говорит. По-моему, уже не первый раз. Давай встретимся, только скажи, когда. Она так скучает по Хогвартсу, она вынуждена оставаться дома с нашим опекуном, дядей Соломоном. Увы, вы с ним тоже, тебе придется познакомиться. Знакомство с новым учеником как раз то, что ей нужно. Буду ждать с нетерпением. Отлично, кстати, о тебе не хотелось говорить со мной в зале. О чем тебе не хотелось говорить со мной в зале? По твоим словам, в находке из библиотеки чего-то не хватает. Полагаю, это как-то связано с той историей с порталом Гринготтсом и Ранроком. Вижу, тебя не проведешь. И да, действительно связано. Думаю, нет. Думаю, ты понимаешь, что это еще не все. Я тебя внимательно выслушаю. Обещай, что это останется между нами. Я рассказал тебе, что по тайной крипте. Ты тоже можешь мне довериться. Ну хорошо, скажу. Я вижу следы древней магии. Древней магии? Не знаю, чего именно я ожидал, но точно не этого. Что это вообще за древняя магия? Честно говоря, толком и не знаю. Я могу различить шепот древней магии, который не замечают другие. Мы с профессором Фигом думаем, что Ранрок научился каким-то образом использовать эту силу. Хочешь сказать, что гоблины способны владеть магией волшебников? Именно это мы пытаемся выяснить. А эти твои способности, благодаря им, ты тоже можешь использовать эту магию? Ну, я даже не знаю. Что ж, сообщи, когда узнаешь. Я давно занимаюсь изучением архаичных форм магии. Может, вместе мы разберемся. А пока не помешает уделить немного времени взрывающему заклятию. Раз уж за тобой охотится Руквуд и Ранрок. Можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. И помни, никому не рассказывай об этом месте. Да, мужик, чё ты, я могила вообще. Пришлю, говорит, сову тебе. Спасибо. Настоящий друг. Разве не должны между собой конфликтовать? Ну... разные факультеты. В Поттере было же так, что Гриффиндор всегда с Слизерином конфликт ходил, вступал. Эй, ты, я тебя слышу. О, привет, ты Аминис, да? Кажется, мы вместе ходим на зельеварение и травологию вроде. Знакомый голос. Я слышал, как ты говорил с Гарретом Уизли на уроке зельеварения. Но ты тот новый. Ты что, только что вышел из крипты? Как ты туда пробрался? Ну, давай объясним про Себастьяна. Вообще-то у меня туда привел Себастьян. Но он строго-настрого велел держать язык за зубами. Вот крысёныш. Скажешь кому-то хоть слово об этом месте, и даже твой драгоценный профессор Фиг тебя не спасет. Мой отец дружит с директором, и я не постесняюсь использовать свои связи, если понадобится. Давай, да, будем молчать. Честное слово, Аминис, я не скажу ни слова. Из чего бы мне тебе доверять? Ты же только что сдал Себастьяна. Не надо так, мне хотелось его защитить.
Он четко пояснил, что это тайное место и про него нельзя никому говорить. Он хороший друг. Меня не интересует твое мнение о моем самом давнем друге. Спасибо большое. Аминец. Я знаю, ты хочешь сказать. Себастьян уже и так вляпался. Обойдется без твоей помощи. Себастьян еще об этом наслушается. Ой, иди ты в жопу, я думаю. Пускай там сами разбираются. Так а что, мне задания-то будут еще? Ну-ка, давай. Ага, заданий пока никаких. О. Приходите ко мне как можно скорее. Я вернулся из совершенно бесполезной поездки в министерство. Надеюсь, вы провели время с большей пользой. Ну вот сейчас. Пойдем с Квигом потрещим. Зал картографии. Но мне еще, в принципе, уровень вообще позволяет. У меня скоро 20-й будет. А мне тут дают 10-го уровня только задания. То есть можно вообще без проблем проходить основные, чтобы потом быстро пройти побочные. Я не знаю, во время стрима это делать или нет. Они все равно такие, ну, одноклеточные тут будут по-любому. Типа, отнеси зелье, поделись с пауками. Так, сообщите профессору Фигу, что вам удалось обнаружить. И давай сразу же быстрое перемещение. Примерно сюда. Нормально. Накидывают новые заклинания, но что-то не дают вот эти вот фишки с замками рулить. Как-то нельзя пока открывать замки. Если я не ошибаюсь, это Алахамора. Может, побочку какую-то надо подсделать. Точняк, мы же к деду идем. Дедуля. Я надеялся на встречу с вами. Вы вернулись. Наконец-то, министр Певин больше говорит, чем слушает. Все разглагольствуют о непокорных драконах. А о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах. Послушайте, профессор, пока вас не было, произошло столько всего. Почти безголовый Ник попросил меня принести с кухни тухлый ростбиф. Да, сперва мне тоже это показалось странным, но когда мы передали ростбиф сэру Подмору из охоты безголовых... Вы познакомились с охотой безголовых? Должно быть, это крайне интересно. Да, потом мне пришлось искать голову Ричарда Галкрада в тыквах, чтобы он мне рассказал, как именно умер. Кто такой этот Ричард Галкрад? Он когда-то учился в Хогвартсе, так вот, он рассказал мне о тайной пещере. Мне удалось добраться туда, и возле останков обнаружились утерянные страницы. Неужели все-таки нашли? Да, и поскольку Галкрад успел воспользоваться изображенной на них картой, то вместе с тем удалось обнаружить и место на карте. Хотите верьте, хотите нет, но это комната под Хогвартсом. Вот как и почему меня это не удивляет, покажите мне. А мне хотелось верить, что вы это скажете, и нам придется взять с собой книгу. А вот теперь нам будут развивать, получается, историю про книги. Ну, про недостающие страницы. Кстати, помещение называется залом картографии. И вам нас ждет... И ладно. Пошли, мужик. Поверить не могу. Все это время она была прямо у нас под ногами. Мне кажется, из этого вот стеклянного пола должен кто-нибудь потом вылезть. Побольше, посерьезнее.
Любопытно. Красиво-то как. Это карта. Вот Хогсмид, а тут запретный лес. И, конечно же, Хогвартс. Восхитительно. Я думаю, это не просто карта. Жаль, что ты этого не видишь. Там, по-моему, к жене, да, своей обращался. Поговорите с портретом профессора Рэкхэма. Это он, да? Здравствуйте, профессор Рэкхэм. Мы поставили книгу на пьедестал, как вы и просили. А это мой наставник, профессор Фиг. Рад знакомству, профессор Фиг. Теперь вы понимаете, почему вам нужно было вернуться с книгой. Понимаю. Еще мне ясно, почему вы назвали это помещение залом картографии. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычного таланта. Потенциал и сила которого раскроются, если вы докажете, что достойны того. Просто место проведения каждого из четырех испытаний со временем появится на карте. Испытания призваны проверить вас, открыть вам бесценные знания. Но пройти эти испытания вы должны самостоятельно. Помните воспоминания в омуте памяти, которые вы видели? Помните воспоминания в омуте памяти, которые вы видели в моем сейфе Гринготтсе? Да, я помню. Вы обсуждали портал со своим другом Чарльзом, а еще испытания, созданные вами для того, кто способен увидеть следы. Именно, Чарльз тоже один из хранителей, так мы назвали себя еще несколько столетий назад. Ведь мы обязались хранить определенные знания, хранить в тайне до сего времени. Так что же, ни переход из руин в Гринготтс, ни сокровищница, ни запретная секция, ни поиск этой комнаты не были частью испытаний. Все это важная часть пути, но не самих испытаний. Однако то, что вам удалось так далеко зайти, хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы силы и знания, которые мы так долго держали в тайне, не попали не в те руки. Это будет испытание ваших способностей, как врожденных, так и приобретенных. Но вот что не менее важно, все, что вы увидите во время испытаний, поможет вам решить, что делать с полученными знаниями. Запаситесь терпением, испытания многому вас научат, но на это потребуется время. Боюсь, у нас нет такой роскоши, как время. Мы долго ждали, профессор Фиг. Уверен, еще чуть-чуть. Со всем уважением, сэр, я хоть и не знаю, что за секрет вы храните, я знаю, что этому юному созданию удалось увидеть следы. Следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. И нам повстречался необычайно могущественный гоблин, применяющий такую магию, когда мы выходили из вашего сейфа в Гринготтсе. Возможно, мы уже опоздали. Тревожное известие, друг мой, вы доверяете профессору Фигу? Как самому себе. В таком случае, учитывая ваши незаурядные умения и достижения, начнем. Место проведения первого испытания отмечено на карте под вашими ногами. Профессор Фиг может помочь вам в поиске места испытаний, но пройти их может лишь тот, кто наделен даром, как мы с вами. Взглянем на карту. Да запросто. Вон мне туда надо, в башню. Я знаю эту башню, это недалеко. Может, вы и сами ее видели? По-моему, вот когда мы летели на метле, там этот мужик, пацан сказал, типа, что-то насчет Совиной башни или что-то такое. Она кажется знакомой. Возможно, ваш юный друг путешествовал чаще, чем вы думаете.
Как ваш наставник, я должен хотя бы пойти вперед и убедиться, что там безопасно. Присоединяйтесь, как только сможете. Давай. Я найду вас в башне, как только смогу. А пока будьте осторожны, не говорите никому, куда вы идете. Да как-то я особо ни с кем и не общаюсь, чтобы кому-то что-то рассказывать. Полторы тысячи шагов. Ну, в смысле, метров надо туда идти, да, конечно. Давай, карта мира. Ну, вот и пожалуйста. Ну, давай, короче говоря, вот мы сюда переместимся и пешочком пойдем. Там, наверное, километр топать. Заодно пооткрываем места перемещения. Вам пора освоить Гладсус, замораживающее заклинание. Это хороший способ умерить чей-то пыл, если ситуация накалится. Но для начала вам нужно будет выполнить несколько заданий. Когда закончите, зайдите ко мне. Давай-ка проверим, могу ли я сейчас идти по основному заданию. Да, вполне. Ничего не требуется для этого. Ну-ка, давай по карте. Мы вот здесь меточку поставим. Хотя и так должен найти, ну ладно. Вдруг просто не найдется. О, бульбы, бульбы. Ну-ка, искать. Неизвестный наряд. Потом как-нибудь. Но мне кажется, пока я доберусь в эту ручей комнату и пока я его обследую, этот наряд уже будет не актуален. Это вот если сейчас портироваться и потом только туда идти. Тогда... Он, может быть, будет мне еще в пору. Построим, да, тут немножко войну. Я его в фуру. Фуру его превратил. Где остальные-то? Вам. Собаки. Собаки меня грызут. Браконьер, а не маг, меня замочи. Надо повнимательней смотреть, сколько у тебя хп. Так, была контрольная точка, по идее, у меня сейчас резьбинового отвара должно быть 7 штук. Все верно. Да. Ну давайте, что там, кто нападает? Он умер или нет? Ну, минус один точно. Экспеллиармус у тебя. Все? Еще двое. Поближе, дружок. За два удара вообще. Короче, надо как-то поудачнее миксовать. Эх, не отпустить милаху. Надо поудачнее заклинание
связывать между собой, и тогда будет враги быстрее убиваться. Ревелио. В этой башне есть пауки. А что-то я не знаю, как туда попасть. Как сюда попасть-то, в эту башню? Нет. Это не так работает. О, точно. Ой. Ладно. Через жопу, но я поджег. Один маленький. Готово. Разбойники как-то поопаснее выглядели. Ну, я говорю при том, что тут пауки, это самое, по-моему, элементарное, что тут может быть. Так. Экспеллиармус. Еще 500 метров топать. А что тут? Странно, он что-то какой-то, кирпич какой-то запнулся и не двигается. Слушай, тут до деда довольно-таки опасно далеко топать. Там, походу, драка без меня идет. Ой, я оленя убил. Нет, я его только вырубил. Я думал, у нас тут все бронебойное. Но мы к паукам идем, это определенно так. Пауки, проклятые пауки. А че отката нету? Откат заклинаний только во время боя, да, походу, идет у нас. Эти вот штуки удобнее, да, взрывами разбирать. Чик, шарфики, шапочки, все пойдет. Я вот только не понимаю, почему мы через пещеру упремся. Хотя мы с дедом должны возле башни вообще встретиться. Типа так быстрее. Но дед старый, деду виднее, как добраться пошустрее туда. Да, серьезно, мы через систему пещер проперлись, чтобы обратно выйти на поверхность. Ну, не знаю. Давай подеремся. Вот с этим, который жопу стоит, чешет. Это, наверное, было зря, да? Это кто? Инфералов, слушай, сначала поразить огненными заклинаниями, чтобы они получали больше урона от других атак. Включите меню коллекции, чтобы знать. Понятно. Ну все, меня уже заметили, все в порядке. Ни хрена у него жира. У меня столько жира нет. Эксперимент.
А ему вообще похер, он просто уходит куда-то. Он либо за своими побежал, либо я ему настолько не интересен, что ему даже скучно со мной драться. И куда старина пошел? Я еще не договорил. О, наконец-то ему хоть какое-то дело до меня есть. Кто-то еще там агрится. Я там еще кого-то ловлю. Это, наверное, самая скучная битва с троллем, что возможно. Да, козявки тролля. Балдеж вообще. Это не инфералы, слушай. Это какие-то другие. Чем я с ними дрался, куча времени потрачено, это можно было не делать. Пошли к деду, короче, за мостом где-то находится, наверху вон там. Только не говорите, что мне опять в пещеру надо топать. Не, вроде на мост. Это же мост. Угу. Ну там еще какой-то тролль. Кто там, тролль или гоблин? Не знаю. Не, если они, в принципе, будут... Я собрал? Да, я собрал 3 камня сразу. Мощная штука. Хорошее заклинание, мне нравится. Как говорится, 10 экспеллиармусов из 10. А вот и фаст тревел. Я его тут отмечал. Чё, где он старый-то? Вот он. Да. Мы не одни? Нет, здесь сторонники Ранрока. Вижу как минимум дюжину, но их может быть гораздо больше. А можно трансгенерировать прямо сюда, в башню? Могли бы, но мы же понятия не имеем. Самое главное, что я хотел выяснить, что они тут делают. Их лагерь впереди. Прежде всего, давайте проведем небольшую разведку. Пойдемте. Да какая разведка? Пошли сразу им по жопе надаем, да и все. Вон они, вот эти гоблины гуляют, я же вижу. Если покрасться к врагу незаметно, вы можете наложить на него Пертификус Тоталус. Ага. При этом слабые враги окончательно выводятся из строя, в то время как более сильные получают значительный урон. Блин, ну давай, конечно, попробуем. Пертификус. Вместо... Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Well done. Все? Прекрасно. Ну это чтобы, короче говоря, у тебя... Это чтобы время твое немножко растянуть подольше, зачистки. А так можно просто в любой лагерь врываться и давать всем по жопе. Без проблем. Ну да, жалешка тоже есть, что-то
такое. А меня спалят или нет? Ну-ка, вот так давай, допустим. Сертификус его. А, тихо. Все. Понеслась драка. Не знаю, по стелсу. По-моему, так прикольнее получается. Бам. Ну так же веселее куда, чем по стелсу тут вырезать весь лагерь. На-ка. Та-дам. Вот тебе и весь сертификус. Ну, хотя бы парочку я замочу. Есть тут что-нибудь еще? Тут в этом лагере, если все внимательно обойти, то по-любому столько всяких шмоток. Вон, пальто какое-то меховое, как у сутенера будет. А зачем вам на тебя нападать? Так это ж казуально полностью игра, что ты хотел-то. И вообще это, кстати, испытание для 10 уровня, а у меня уже 20. Блин, если бы я тоже был 10, наверное, я бы их ковырял минут 20. Боевка такая, ну как бы... Сделано для всех. Типа, если ты даже, наверное, ни разу в игры не играл, можешь запросто разобраться и всем напихивать. Главное заклинание просто разные юзать и все. Тут врагов нету. Тут эти мобы, это, ну, так, декорации, короче. Расследуйте присутствие гоблинов. А чё старый тут молчит? Мы же тут стояли. Ну, чё-то надо делать. И чё делать? Ну, чё ты на меня не реагирует вообще никак. То, что гоблины здесь, мы можем быть простым совпадением. А, не может быть простым совпадением. Что им известно о башне? Мне нужно найти объяснение, почему гоблины здесь. Бля, это без понятия. Ну чё, может быть, к самой башне подойти? Старый что-то тоже молчит. А, подожди, у меня же есть всякие вот эти вот штучки, типа... Ревелио. Вот это вот, да. Жди. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-дун. Ну, давай вот это посмотрим. Вот это попробуем. Может, где-то что-то восстановить надо? Что это только что было? А, понятно. Вы находитесь в пункте назначения. Так, а что делать она? Ну-ка. Бля, может, старый пес что-то мутит и ничего не говорит? Может, он глюка поймал? Но здесь как бы все, башня заканчивается.
Расследуйте, говорит, присутствие гоблинов. Ну, пришел я тут, их замочил нахрен всех. И что дальше-то? Вот в этом круге, фиолетовом кругу, можно тут еще порыться. Ревелио. Но там палка какая-то. Да, старый хер что делает вообще. Может обойти как-то надо. Хера не понимаю, что от меня хотят. Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ну, окей. Ты кто такой, блин? Десантник. Прольется кровь, говорит. Так, подожди, подожди, ребят. Что-то они уже нас сразу дрючить начали. Так, и сюда, 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 сюда. Вот так вот мы поставим. Так. Блять, только одного атакуешь, тебя уже второй бьет. Теперь пропустят меня. То есть надо было записку, да, поискать, и тогда только у тебя крипт срабатывает. Понятно. Вот теперь и старый активировался, к двери подбежал. А то бегал, тупил тут. Заперт. Так бы и сразу. Что заперто, говорит. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Кстати, я вообще хотел еще очень давно сходить метлу купить. Какую-нибудь быстроходную. Активную метлу. На, что-то забыл. Ревелио. Imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last. Welcome to San Bacar's Tower. Hello, professor. Здравствуйте, профессор. Вы сказали, башня Сан-Бакара? Именно с профессором Бакаром, еще одним хранителем, вам только предстоит познакомиться. Я рад, что не ошибся, когда после прошлой встречи предположил, что мы скоро увидимся вновь. Хотя, судя по шуму, что я слышал, вам было нелегко сюда добраться. Да, профессор, рядом с башней мы столкнулись с гоблинами. То, что гоблины знали о моем сейфе, само по себе тревожит. Но если они додумались связать его с этой башней, то угроза куда серьезнее, чем я думал. В таком случае нам тем более нельзя терять времени. Внизу, возле входа, находится хранилище древней магии. Вы уже такие видели. Теперь оно открыто. Используйте его, чтобы пройти к двери. Увы, я больше пока ничего не могу сказать. Профессор Фиг не может пойти с вами, так что мы с ним будем ждать вас возле картографии. Запоминайте то, что видите. А, ну как обычно, точно, ты же... Нам надо выяснить, откуда сторонники Ранрока знали о башне, ранее принадлежавшей хранителю.
Но пока есть более важные дела, требующие вашего внимания, например, хранилище древней магии, если не ошибаюсь. Короче, как обычно, ты избранный, только ты можешь сюда пройти, и все. Тогда оставлю это дело в ваших умелых руках. Все, идите. Однако будьте осторожны. Хорошо, сэр, встретимся в зале картографии. Короче, этот аппендицит, по сути, вот в течение этого задания, этот старый аппендицит мне только книжку принес, и все. Основное время он стоял просто этим, как столб. А, чайку бахнем. И полет. Чё, найдите начало первого испытания. А, ну, башня. Одену башню. Ну, давай. Персиваль Рекфема, первое испытание. Дай-ка угадаю, оно будет заключаться в том, то, что я должен просто кого-то побить. Изученными техниками магии. Окей. Используя снаряжение, что там? А, отвлекся. О, такое же было в Гринготсе и запретной секции. Ну да, знакомый антураж. Мы сейчас также будем какие-то платформы тягать-тягать, а потом жухо подеремся с рыцарями. Вот и всех дел. Ладно, пошли вниз. Впечатляет. Ну и где же результат? Пожалуй, надо осмотреться. Посмотрится. Ну вот он, мост. Вот что это за испытание, я не понимаю. Подошел, чтобы мост увидеть. Денег подсобирал. Перчатки какие-то нашел. Не очень-то на испытание-то похоже. Как бы сделано красиво, но... Вот сейчас с этим рыцарем будем драться. Скорее всего, с ними со всеми мы будем драться. Вон там сундук. Решение заполнено. Давай почистим. А то такое бывает, что потом... А то потом такое бывает, что потом никак не это... Сюжетные штуки не забрать. Ну и шапочка у нее. Я не знаю, что, правда, кому-то по кайфу в этой хрени бегать на башке. Кошмар. Хорошо, что стоимость сразу пишут. Типа ты уже сам разбираешься, что тебе уничтожать, что продашь лучше. Так. Пройдите, говорит, испытание, чтобы ячейки, вместимость. Ну, конечно. Как-нибудь. Вот они заставляют иногда тут заниматься побочными заданиями, потому что, ну, как бы, иначе никак.
Сейчас эту херню, блин, с башки уберу, а то жесть какая-то вообще. Шапка легионера. Братья-пилоты. Сколько тут лишнего всего, кстати. Так, погнали, да? Драка. Опять следы древней магии. Что-то должно было измениться. Интересно, есть, ну, как бы разница, с этой стороны я войду в ворота или с другой? Да, видимо, есть. Что дальше? Не очень приятно их видеть, но раз это... Короче, я знаю, что от них ожидать. Давай-ка мы, да, вот древней магией самого толстенького замочим. Так. Надо вот это дело притягивающее. Так быстрее получится. Готово. Ну и чё? Тут еще шмотки какие-то можно собрать. Ай, быстрей. А, у меня типа уже лучше есть. То есть тут же потом можно, знаешь, какие-нибудь платформы там двигать 2 часа, чтобы потом тебя найти какой-нибудь шарф, который тебе уже, ну, как бы не нужен. Кажется, я их уже видел. Кого их? Переборчик. Ну, мне он туда надо. Ну, вот сюда. Хотя... Ревелио. В какую сторону мне надо двигаться? Там сундук. Кажется, в прошлый раз я использовал акцию. А зачем акцию? Я понял, куда мне. Все верно, если с одной стороны сундук, значит с другой стороны надо идти туда. Сейчас, наверное, так все испытание и будет. Платформы подвигаешь, с врагами подерешься, дальше прошел. Повторять до победного. Yeah.
Вот единственный проход, который я вижу. Он как бы вот тут. По обе стороны арки. Я понял, что надо делать. Надо немножко не так заходить дальше. Он вот это имел в виду. Блин, зачем я вышел? Вот сюда? Ну вот сюда. More statues. Опять статуи. Сразу же прилетело. Ух. Минус один, точно. Всё. Не скажу, говорит, что это было легко. Да нет, ничего сложного. Они атакуют раз в минуту тебя при лучшем раскладе. Ну, если было бы их, ну, штук 8, тогда бы да, тогда было бы посложнее. Где арка появилась? А? Только надо, наверное, вот с этой стороны заходить. Или нет? Ну-ка, с обратки пошли. Не, по-моему, туда все-таки надо. Что-то я не понимаю, в каком измерении они от меня чего хотят. Бля, может неправильно дело? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Лес магии по обе стороны арки. Вот туда надо. А вторую будете платформу-то добрать. И все, и бородка. Так, тогда нужно, получается, зайти с той стороны, где у нас этого моста не существует. Вот, и тянуть эту платформу в ту сторону. Точнее, его надо как-то... Просто поближе. Ну, нет, еще чуть-чуть надо. Я думаю, этого будет достаточно. So that's it.
Что там? Не могу привыкнуть, говорит, к такому полу. Его надо изменить. Бам. Вот и ХЗ побольше. Да как вас много-то, а? Ну, в принципе, я сейчас на мелких, если хорошенько. Один другого убил самостоятельно. Ну вы, ребята, доедете. Падла, попал, смотри-ка. Пользуйте, говорит, снаряжение. И так сойдет. Только вот эта мыльная пелена другого измерения такое. О, мы, кстати, почти на месте. Хотя они тут могут, да, долго вот так вот водить. Ладно. А еще ближе можно притянуть? Все, тупик. Что-то не совсем понятно, с какой стороны-то мне надо заходить сюда. Все, да? А вот, смотри-ка, может. Как-то надо по-хитрому пододвинуться. Бля, будем надеяться, что я все правильно делаю. Подожди, ну я же тут не дотягиваюсь. Значит, надо. Не могу догнать. Ее сюда двигать. О.
взяла и исчезла. Зашибись. Может быть, вот так как-то пройти можно. Блин, он же не долетит туда. Это покрутил, и все получилось. Хрен знает, в каком там я измерении, куда там что-то сделал. Главное, что это получилось. О, как раз. То, что нужен. И даже делать не надо. Еще 5 отваров. Меня прям к драке, да, какой-то готовят. Самый мощный Вася. Короче, с помощью... С помощью маленьких врагов мы зарабатываем очки, чтобы убить больших. Вот тебе, в принципе, и весь микс. Ну все. А ну да, сейчас же самым главным надо подраться будет. Ой, душный чувак будет, а? Путешествие, говорит, ваше закончилось, да. Правда, будем на этом стрим заканчивать. Сейчас я его вне стрима убью, он просто очень долгий. Его надо по чуть-чуть отнимать. Это будет минут 20 одно и то же. Вот, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.